Друзья, ну чё, привет еще раз. В общем, тут такая тема приключилась. Значит, я когда отбился от вот этих вот на лодках еретиков, сектантов, решил спокойно, не под запись, облутать эту территорию. Но тут на меня пришел мор. Пришла вот эта вот девушка, так сказать, с крыльями белыми. И меня заманила, куда-то там отправила. В общем, мы с ней оказались на вот этой вот ерунде, на статуе здоровой самой. И я с нее сиганул. Вот как сейчас мужик вот этот сигает. Но самое интересное, этот момент я никак не мог пропустить. Мне пришлось это все смотреть. И записать я это не успел. Так что я пропустил довольно-таки много моментов. Не записал их для вас. Печально. Надеюсь, вы не будете сильно ругаться. Вот, в общем, я упал с вот этой вот скалы. Я остался жив, как ни странно, почему-то. И типа она такая говорит: ну вот, пройди теперь путь паломника. Короче, какой-то путь паломника надо пройти. Это типа вниз спуститься надо или что? Сейчас я хочу наверх забраться. Там музыка какая-то играет. И задания у меня никакого нету. То есть я просто появился. Отстань! Повыше забираемся. Так, ага, здесь уже противники. Сейчас мы с ними разбираться, значит, будем. Ой. Так, аптечку юзаем. Так, ну в этом районе уже люди посерьезнее. Ого! Ты чё, чувак, так? Да я-то не прячусь, это ты не прячешься. Праведный меч сразит слабых. Цветочков здесь много. Это те цветы, которые на заставке были. Так, а здесь мор какой-то или что это? Так, о! У меня ж есть. Прокачал я чуть-чуть навыков, там набрал, в общем. Взял еще одну пушку, то, что могу тягать с собой. Так, а как сюда зайти? А сюда мне никак не зайти. Это печально. Так, и там я только могу залезть. Точнее, спуститься. Так, замолчи. Нет, я не могу это заставить замолчать. Как ты умираешь прям протяжно. Кто здесь? Здесь тот лежал? Кто на помощь орал-то? А, во. Мой приятель видел, как кто-то собирал растения у бара. Этот чувак был уверен, что для победы над эдемщиками нужно изменить свой биохимический состав. Наркоши хреновы. Так, обнаружен новый персонаж. Это хорошо. Блин, а сюда я зайти не могу. Это как с тем бункером. Типа, это будет последняя локация. Так, и чё? Вот отсюда я прям спрыгнул и вниз, и остался жив. Да, это очень удивительно было, очень странно.
Он в крест прям тот провалился. Так. И что мне типа теперь делать? Давайте посмотрим, что там по заданиям. Так, это у нас слово Иосифа. Ну а что по заданиям? Давайте возвращаться теперь сюда и опять в тюрьму. И будем дальше next задания какие-то выполнять. Что там нам скажут-то? Еще два вот перса есть, которые задания дают. Так, дверь поставили. А как мне зайти? Алло, пустите. Или вот дверь. Можно зайти? Ага, все, отлично. Так, надо только запомнить проход, а то в прошлый раз я заблудился, прям неприятно было. Так, кто ближе? Тебя не обошлось в той заварушке в тюрьме? Ну да. Я слышала какие-то взрывы у старой шахты. Думала, это сектанты, а оказалось, что какой-то идиот со своей съемочной группой. Спросили, не хочу ли я сняться. Не знаю, долго ли мы... Так, обнаружен новый персонаж. Гай Марвел. Ого, он далеко находится. Туда я быстро не доберусь. Ладно, так, давай, открывай магазин. Я хочу, наверное, поменять УЗИшку. ППшку. Это вместо чего мне? Вместо чего? Вместо чего? Нет, ну у меня УЗИ есть. А, так, стоп. УЗИ, это здесь. Это пистолеты. Вот какое есть. А сейчас у меня типа вот такая, да? Это точность меньше... Ой, нет, вообще не очень какая-то пушка. Не-не-не-не, я лучше с УЗИ тогда побегаю. С УЗИ норм. Так, здоров, шериф. Есть минутка? Здорово, док. Да, у нас есть. Есть важное дело. Остановить Веру. Она забрала у меня все. Мою работу, мой брак, моего сына. Все из-за Блажи. Ты один из нас. Ты Пума. Мы помогаем друг другу. И мне нужна твоя помощь. Знаешь, где вода честная станция? Сектанты сливают туда эту дрянь. Представляешь? Льют Блажь в питьевую воду. Они просто чудовища. Ну, пришла пора ей за все ответить. Скажу прямо, надо этому положить конец. Что думаешь? Так, закон о чистой воде. Да, конечно, я помогу тебе, док. Я тебе помогу. Я тебе помогу максимально. 2 км. А быстрое перемещение там есть? Куда мне надо? Нет. Быстрого перемещения нету. Единственное, я могу быстро переместиться сюда и отсюда попробовать на, получается, парашюте. Да, наверное, так и сделаю. Там же у нас возвышенность большая. Вот оттуда я прыгну и на парашюте просто. Ну как вы... А, кстати. Есть в очках полет какой-то крысиный. Вот. Но, блин. Костюм крыло. У меня его нету. Нужно 4 очка. Не хватает еще. Еще не хватает. Ладно. Так. Я больше не могу. Так, давайте мы здесь воевать долго не будем. А да что такое? А просто бежим до краю и спрыгиваем. Да уйди ж ты. Глюки прям тут прям сильные, я вам скажу. Вот, все, и спокойно теперь летим. Может, где тачка будет? На тачку пересяду. Нет, здесь тачки нету. Мне нужна большая дорога. Надо было, наверное, на тачке перемещаться. Быстрое перемещение мутить.
Так, ну все, а дальше ножками. Ножками, ножками, ножками. Блин, а если бы вот этот костюм крысы был, было бы классно. О! Пума! А это кто? Ты кто, чувак? Ты чё, это какой-то зомбак? А чё с тобой? Чё ты в маске, алё? Это чё за зомбаки? Они просто стоят в масках. У вас чё, тоже типа корона здесь? Или чё тут? Так, пума, пума, пума. Ага. Пума завалил, шкура пума, отлично. Потом продадим. Бабосики лишние не бывают. А вот она и тачка есть. Ух ты, еще какая. Синер. Норм, тачуля, норм. Сори, чувак. Но я сильнее. Да. Я сильнее всех. Ну, теперь хоть тачка есть. Хотя тут 200 метров осталось уже, ладно. Дойдем пешком. О, кто? Кто здесь едет? Так, и что мне надо? Придумайте. Что придумать-то? Что придумать-то? Придумайте. А давайте задание посмотрим, что там придумать-то надо. Так, а как добраться? Придумайте, как добраться до насосов. Как? Сейчас всех просто убью и дойду пешком ножками до насосов и все. Блин. Все-таки нужна здесь снайперка. С ней было бы попроще, намного попроще. Так, нет, здесь я не залезу. Но я могу зайти здесь, если что. Ага. Блин, и опять глюки эти. Блин. Спалился, причем жестко. Так, нет, здесь я наверх не залезу. Так, читать. Вера открывает вам путь в Эдем. У этого алтаря ее жрица подарит вам откровение Иосифа. Вместе мы вернемся в райский сад. Так, это алтарь какой-то, это нам не интересно. Так, это то же самое. Так, и придумайте, как добраться. Давайте. Мысли, ты нож кинул. Мне не нож нужен, мне нужно что-то вроде вот такого.
Взорвется дверь или нет? Нет, ну я хотя бы попытался. Так, теперь надо как-то зайти вовнутрь, до насосов. А это у нас что такое? Так, это что, типа вода сливается? Ну да. Так, так, еще одна мигала. Или не? Или у меня уже глюки тоже? По-моему, с двух сторон мигала. А, ну вон же она, да. Так, а здесь у нас что? Ага. Здесь какой-то проход у нас открывается. И куда он ведет, этот проходик-то? Так, это у нас непонятно что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я сам себя подорвал-то, а? Давай аптечку. Ага, вот. Так-так-так, сюда-сюда-сюда. Все. До насосов я добрался. И что теперь с ними надо сделать? Отключить или расстрелять? Так, ну давайте вот так тогда. Ага. Все. Все насосы уничтожены. И двери сразу открылись. Так, облутаем сразу все, что здесь есть. Так, это у нас получается один. Это один насос. А есть еще один. Кто идет за мной-то? Ты кто? Ты где? Нет, здесь никого нету. А вот они приехали. Ого! А что такое? Блин, я вообще не услышал тачку, что она рядом стоит, нифига себе. Когда она успела подъехать-то? Так, это я понял, откуда начинаю. Аварийные выходы открыты. Так, а здесь ящик был, который я лутанул. Да, у меня места нету. Так, это значит, мы сейчас выходим. И на нас нападают эдемщики. И где они? Их нету. Ну ладно. Да? Нет уж никого? Нету. Так, взаимодействуем. И здесь спускаться надо. Да спускаться, я сказал. Бежим сюда. А здесь у нас что? А здесь у нас просто бассейн. Ну, типа вода вот эта отравленная. Ну, я здесь никуда не пройду. Блин, это не то. Ну там, правда, еще один ход был. Тут же у тебя ключа никакого нету, дядь. Ты вроде нейтральный. Ну хотя, по идее, где-то вот здесь проход типа должен быть. Прямо. Ладно, давайте еще раз спустим воду. Может, там еще какие-то варианты все-таки есть.
Вот еще какая-то труба есть. Ого. Ага. И что эта дверка нам дала? Ничегошеньки. Интересно, типа я просто зашел туда. Ну, типа, втихаря как зайти. Можно. Было бы. Так, ну хотя ход еще вот есть какой-то, да? Куда он ведет? О, может это все-таки вот этот туннель? Да-да-да, я уже близко. И здесь поворот направо, да, все-таки это вот этот путь. Да, вот они здесь насосы будут. Так, это у нас аркада. Аркада нам не интересна. Так, ну что, взрываем, значит. Давайте вот так вот подальше отойдем. Ага. И вот это тоже мы взрываем. А чё, почему не взорвалось? Ладно, давайте вот этим. Салага. Но Вера не терпит неповиновения. Говорят, реку уже патрулируют вооруженные сектанты. К тому же она пустила в ход верных, самых матерых бойцов секты. Будь начеку. Туман сгущается. Он вызывает галлюцинации. Смотри, не надышись им. Иначе кончишь, как маршал. Да, не-не-не, я думаю, я не кончу. Так, вооруженный конвой реки. Дополнительное задание появилось. Операция просто разрывается. Эдемщики в ярости из-за твоей вылазки. Думаю, ты им не нравишься. Отлично, помощник. Да-да-да-да, где этот катер-то? Ох, как он далеко, не, пока я туда не буду бежать. Ну чё, такие снайперы и вообще откуда-то из-под тишка издалека стреляете. Прицелов понакупили. Ходят тут. О! Обнаружены новые места. Вот, вот это вот хорошо, вот это отлично. Так, давайте я здесь территорию осмотрю. Что-нибудь, может, найду, а может, не найду. И тогда уже отправлюсь дальше. Но у меня такое чувство, что здесь ничего нету. Кроме глюков. Так. Ну ладно, значит, сейчас будем дальше отправляться уже по следующим заданиям.